Короче, тут такая проблема. Это проблема не только в Volkswagen и Audi, и на BMW такой есть. Течет краник. 2-3 раза откроешь, и пиздец. И она льется. Короче, проблема у нее. Так. Что надо делать? Сейчас я вам покажу, как надо отремонтировать его. Нарел, дай мне это, что хомуты снимать. И крючок заодно зацепишь. О, thank you. Так. Сейчас мы его распакуем. И бушный его, бля. Но нет смысла его покупать, бля. Ребята, бушный возьмешь, что же сам поразительный. Но если у вас не получается, можно прямой этот шланг туда засунуть. Ну, поиграться придется немножко, но выхода нет. Сейчас снимаем этот шланг. Так, так, так. И тут, блядь, неудобно, ебаный. Можно не снимать, на месте исправить все. Но я сделаю вам просто демонстрацию. Можно его даже и фаршатого делать. Пленка клеит, да, все. Не переживай. Ну да. То, блядь. Эти, блядь, индусы хитрожопые, блядь. Скажут, поцарапали, блядь. И за работу хуй заплатит. 1500, блядь. Так. Так, это мы сделали. Сейчас. Все? Да, сейчас вот это. Тут надо. Вот этот крючок. Потихонечку вытягивай, потому что, блядь, она там, блядь, кольцо резиновое туговато сидит, короче. Вот мы эту игрушку сняли. Резиновое кольцо. Он здесь становится. Вот она. Я уже вижу внутри. Если вы увидите, я не знаю. Вот она коротая. Чтобы отремонтировать его, надо его вытянуть. Так. Вытягивать немножко будет. Сейчас мы его вытянем, бля. Мы вытянули. Так, видите, какая проблема здесь. Вот. Наебнулся. Но я. Там у тебя резиновые сальники, вот упаковка лежит. Дай мне. Вот на столе вон там, где американские ключи. Внизу. Видите, какая хуйня. Так. Сейчас надо мне такую резинку найти. А люди деньги выбрасывают. Покупают этот краник. Ну, пускай покупают, это их не дело, конечно.
Так. Сейчас нам надо подобрать его, блядь. У меня таких наборов много есть. Разные. Будем искать. Какой набор сучит сюда. Так, это какой толщина здесь? Вот это, наверное. Вот это, наверное, зажму. Да. Вот это, по-моему, нужно. Оно. Да. Ну, это немножко толще, конечно. Что-то я толще не мог найти. Там есть тоже в машине еще резинки. Сейчас будем искать. Это нет. Ладно, сейчас еще один упаковка. Будем смотреть. Так. Тут, по-моему, что-то есть. Вот он. Болтом уже, блядь. Так, вот. Я его надел. Вот он здесь. Ну. Все, вроде бы заебись, бля. Да. Вот. И потом, чтобы проверить. Все. О, видите? Пока не выливается. Не льется. Я не знаю, будете видеть или нет. Ну, короче, не льется. О, это краник. Видите? Живой? Не идет. Все, заебись. Все, ребята. Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь. И не надо бошку ломать, где краник искать. Резинки нашел, и все в порядке. И тебе хорошо, и машине хорошо. Бай-бай. Удачи тебе.